Здравствуйте, уважаемые игроки. Сегодня мы попробуем самые дешевые хлопья, которые только есть. Это хлопья от фирмы Шуферсаль. Израильские хлопья, отечественные производители, поддерживаем. Вот, решил попробовать. В общем, из того, что тут написано на упаковке, я узнал, что Шуферсаль аж с 1958 года существует, между прочим. Тут всякие полезные... Содержатся, естественно, витамины и все такое. А сахара тут на 100 грамм 9,2. В принципе, они сладенькие, но не очень. Что хорошо. Я их купил в дорогом Шуферсале за двенашку. Так, наверное, может быть, даже дешевле можно. То есть тут есть два магазина Шуферсаль. Шуферсаль Дил. Шуферсаль – это торговая сеть. Поэтому это как бы фирма торговой сети, но как красная цена у пятерочки. Так вот выглядят эти мощнейшие хлопья. Плоские, как монетки. Золото, золото. Ведь плоские. Хрустящие, не очень сладкие. Сухую их есть отлично, кстати. Они сильно отличаются от хлопьев, которые я привык есть. Они какие-то, знаете, такие приплюснутые немножко. Видите, они все как монетки. Обычно хлопья, они немножко такие кочевряжатся. То есть такое ощущение, что эти хлопья, когда их делают, их прессуют. Видимо, прессом как-нибудь прессуют. И они хрустят, как сухарики. То есть обычные хлопья, они все-таки, когда ты кусаешь, они прям рассыпаются в крошку маленькую. Ну что, давай попробуем молоко. О, момент истины. Такие они прям огромные, как лошади. Вкусные, хорошие хлопья, кстати. Получается, они дешевле, чем хлопья, которые я обычно покупаю, на 100 рублей аж. Потому что хлопья, которые я обычно покупаю, они стоят типа 15 шекелей, а эти получаются, ну, 12. Но я думаю, можно даже дешевле найти. В общем, хорошие. Могу рекомендовать. Несмотря на то, что они самые дешевые, они более чем съедобные. Угу. Я, например, покупал дешевые какие-то хлопья в Пятерочке или где-то в Москве. Тоже бренда магазина. И они были вообще несъедобные. Они были какие-то твердые, жутко. А это хорошие хлопья. Можно брать их спокойно. Наверное, те, которые я обычно покупаю, они вкуснее, окей. Но эти, они другие. Мне нравится, то есть они другие, поэтому их прикольно тоже есть. То есть такие немножко еле-еле сладкие. Рекомендую. Хорошие. Ты будешь их брать вместо тех, которые ты обычно ешь? Нет, все-таки те мои самые любимые, но эти хорошие. То есть если моих не будет, я буду брать эти легко. На скамейке запасных будут сидеть у меня. Вкусно. Приятного аппетита. Мы сейчас завтракаем в отеле. Как обычно завтракают в отелях. Какой-то шведский стол туда-сюда. Мы просто в микроволновочке разогрели и все.